Трогательная история из Викуловского района. Местный житель, участник спецоперации Данил вернулся на родину в долгожданный отпуск. Для старших детей он решил устроить сюрприз и вместе с женой и младшими пришел в школу. Семью Данил не видел почти 5 месяцев, поэтому при встрече сложно было сдержать эмоции. Мне друг рассказал, я ему сперва не поверил. А потом? Потом увидел и поверил. Наверное, вот сегодня я могла увидеть любовь моих детей к их отцу именно глазами. Не почувствовать ее, да, а вот вживую увидеть эти эмоции радости и любви.